Почему вот так вот оказалось, что вы ничего не знаете? Платить тогда, когда вы хотите. При таком подходе долги накопились незаметно. Уже перешагнули отметку в 700 тысяч рублей. Земельный налог оплатили еще до заседания комиссии, отчитывается представитель организации. А вот недоимки по аренде он не признает. Мы получили уведомление от КУМИ. При расчете налога коэффициент КД они применяют в размере 3, мы применяем, соответственно, в размере 1,5. Заместитель председателя КУМИ поясняет, такая льгота при оплате была у предыдущего арендатора. Ее срок 3 года уже истек. Однако должник с этим не согласен, продолжает носить платежи по сниженному коэффициенту. Мы считаем, что это неправильно, потому что бит разрешен использование для рекреационных целей. Никаких льготных периодов, там 3 года или еще что-то на период строительства не может здесь быть, потому что рекреационные цели не предусматривают никакого строительства на этом земельном участке. Ситуация под контролем, отмечает начальник теруправления Жаворонковская. Путаницу с коэффициентами будут устранять. Ну вот мы протокол запишем, что вы будете общаться и контролировать, и что до 15 числа весь долг будет возмещен. Правильно? Мы с вас тоже будем спрашивать. Спасибо. Долг 1 миллион, а платежек 0. Замдиректора уже другой организации тоже уверяет. Медленно, но верно двигаются к списанию. Ну, сейчас у нас с контрагентами ведутся переговоры, которые непосредственно тоже нам деньги должны еще. И прорабатываем, чтобы именно побыстрее собрать эту сумму и поделать проплату. Деньги получить надеются, но у судьбы пока другие планы, а у комиссии один ответ. До 15 июня мы вам даем срок погасить задолженность. Хорошо. Все. Вопросов больше у нас к вам, наверное, нет. 26 юридических и физических лиц задолжали муниципалитету ни много ни мало 28 миллионов. Половина налоговых нарушителей из Одинцова. Представитель теруправления докладывает, работа с должниками ведется. Кто-то даже называет сроки оплаты. Они частично оплатили треть, но дали обязательство оплатить до 20.06. У них финансовые трудности, тоже с контрагентами там проблемы, но обязательство дал. За время подготовки к комиссии 8 миллионов основного долга погасили. В актовый зал администрации отчитаться о причинах недоимок осмелились прийти лишь 5. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».